я предлагаю посмотреть подборку тех вопросов, которые, возможно, прозвучат с нашей новосибирской площадки. Конечно, очень много вопросов, которые касаются ковида, тема это животрепещущая, не секрет. Тем не менее, у нас есть вопрос, например, обеспечение необходимым медицинским оборудованием малых городов. Нам бы хотелось узнать, будет ли развиваться Восточный полигон и будет ли поддерживать этот проект правительство. А что у вас на обратной стороне таблички? 300 лет спас. Прежде всего, вопросы, касающиеся сельского хозяйства, вопросы, которые очень актуальны для Алтайского края. Строительство дорог, школ и, конечно, социальные вопросы, которые очень много. Мы знаем, что президенту России жители писали письма, ну, а в основном, которые просили решить какие-то такие бытовые вопросы, связанные там, с отсутствием воды.